Ушанаванне семиразовых чемпионов Украины хоккеиста у Нёмана отбылося у Гродня. Урочистое мероприемство с уделом представников улады, керавництва команды, игроков и болельщиков прошло на сцене областного драматичного театра. Владельникам головного трофея турниру Кубка президента Республики Беларусь адресовались віншаванні с перемогой у чемпионате и слова подяки за видовищную и змястовную гульню у сезоне. Владимир Лобан побывал на урочистости. Овацыі пад гукі аркестра. Хакіста Нёмана сустракалі як сапраўдных герояў. А далей аўтографы чэмпіёнаў, здымкі на памяць з хакіістамі любімай каманды. Фотасесія Нёмана з балельшчыкамі адразу стварыла адметную атмасферу сустрэчы, эмацыянальную, яркую, сяброўскую. Кожная встреча з клубам это всегда, конечно, приятно. Мы следуем за клубам і не только в Гродно, но і по Беларусі, і за её пределами. Рады поддержать свою любимую команду. С мамой хожу на хоккей, ездили в Минск. Очень радостно, очень гордость берет за свою команду. Это действительно крутое достижение. Уже второй раз подряд стать чемпионом Беларуси, защитить титул. Самое сложное, я считаю. Як признавалися хоккеісты, тягам фінальнай серыі дадатковым іграком на пляцоўцы для прынёманскай дружыны заўсёды былі трыбуны. І ў хатніх, і ў вазных матчах гродзенскія балельшчыкі аказвалі фантастычную падтрымку камандзе. Гэта стала адным са складальнікаў чэмпіёнскага поспеху Нёмана. Помагалі і дома, і на выездзе, ещё больше помагалі на выездзе, потому што на выездзе главней было, чтобы тяжелее іграць. Ну, балельшчык як был как шостой ігрок наш, і балельшчыкі справились, і мы справились. Подяки за проявленный характер из мястунных хоккея владельникам Кубка Президента прогучали со сцены Гродненского драмтеатра. Представники областного керавництва хоккейной федерации, тренеры и болельщики неодноразово подкресливали. Подопечные Сергея Пушкова по праву стали виновниками этой урочистости. Гродненский Нёман провел удалый сезон и завершил его мажорным переможным аккордом. Уважаем эту команду. Каждый год за нее болеем. И вот этот сезон, это еще один... Еще одна яркая страница в развитии гродненского хоккея. И, безусловно, это победа, это гордость для нашей Гродненщины и для города Гродно. Варта адзначыць, заваяванне кубка дае права Нёману выступіць у наступным сезоне лігі чэмпіёнаў. У сярэдзіне мая адбудзецца жарабёўка турніру, а з канца жніўня пачнецца групавая барацьба. Такім чынам, вялікі хакей сёлета яшчэ не раз завітае на льду арэну абласнога цэнтра. Адпаведна, балельшчыкі стануць сведкамі цікавых паядынкаў з удзелам любімай каманды і яе еўрапейскіх апанентаў.